Приветствую вас, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру, которая называется Crossout. Ну что же, давайте приступим. Это мы читали, нам это не нужно. Тут, как обычно, видите, что мы все еще до сих пор в бете. Получаем награду. Так, ветеран пустошей. Житель пустошей, непонятно. И вот она, моя машиночка. Ну что же, в ней ничего по-прежнему не изменилось. Так, мы можем с вами сделать... Да ничего мы не можем сделать, потому что чертежей у меня нету. Да, неплохой танк, ребята, да? Фенрир, бродяга, железный коготь, ядовитый зуб. Вы посмотрите только, какие красавцы, а? Ёлки-палки. Но для них нужны исключительные запчасти, у меня таких нету. И, наверное, еще довольно не скоро появится. Единственное, что я могу сохранить чертеж вот своей вот этой захудалой тачки. Ну давайте просто так, для эксперимента. Все, сохранил. Так, ну а это у нас вообще самый первоначальный, гадюка и машина новичка. Естественно, мы не будем здесь ничего делать. Оставим все как у нас есть. Меня моя машинка в принципе пока устраивает. Конечно, хотелось бы ее улучшить, апгрейдить, но нужны запчасти, детали. Так что давайте, наверное, мы с вами сейчас немножечко посмотрим, что мы можем здесь вообще сделать. Так, смотрите, у меня здесь вообще пусто, ничего нету. Что я могу сюда поставить, а? Домкрат. Ну-ка. Ага, лимит числа деталей. Не могу я, ребята, поставить. Не могу я понять даже, как определить эти детали. Сколько я могу поставить, а сколько нет. Для меня это пока загадочка. Не разбирался еще толком в ней. Но понять все равно много чего не могу. Ну что же, ребята, давайте, наверное, с вами сделаем рейдик один. Нет, давайте просто миссию. Да, за пулеметом. Мы с вами что тут можем выиграть? Пулемет, 15 штук деталей и домкрат. Ну, я так понимаю, это можно будет все, наверное, продать. Кстати, интересно, от запчасти здесь можно продавать? Покинутая электростанция ТЭЦ. Ну что же, поехали, погнали. Моя братва, я смотрю, тут со мной. Спереди у меня стоит базука. Давайте посмотрим, как у меня здесь все выйдет. У нас тут славная, великолепная четверочка рванула в бой. Пока на горизонте чисто. Хотя нифига, вот он, вражина. Ух ты, они тут все. Куда ты строчишь? Ёлки-палки, я забыл, что у меня... Базука бомбит туда, куда развернут автомобиль. То есть по прямой. Фигня, конечно, это все получается. Ладно, давайте. Я смотрю по карте вот здесь. Мы едем как раз, вражина где-то должен быть. Вот он, елки-палки. Где-то за путями, за составами он там ныкается. Да где же они, а? Не вижу. Где-то рядом, ну я почему... Опять, что ли, за этим, за составом стоит? Давайте объедем, посмотрим. Хотя мой рванул туда. Давайте-ка вот здесь его сейчас будем ловить на перехват. А его уже уничтожили. Понятно, молодец. Как тебе там Бронгарус? Отлично, Бронгарус сработал великолепно. Хоть ты весь и дымишь. А вот и ихняя базенка. Может быть, заехать на нее? А мои там уже стоят. И, как я смотрю, захватывают ее. Но мы не успеем, ребята, захватить, потому что у них, вы сами смотрите, у них преимущество. Они быстрее взяли базу, хотя нет. Отлично, победа за нами. Я подоспел, и мы ускорили захват базы. Отлично, все великолепно, ребята. Я получил 256 очков. Завершите 5 боев, ладно. Так, ну, как видите... Один прогрессик из 7 я сделал. Следующий бой начнется через буквально на секундах. Наклеек у меня никаких нету. Не заработал я еще ни на что. Приступ... Да почему? Я же... Странно как-то. Я уже думал, опять меня выкинули в гараж. Но нет, все наладилось. Захватите базу противника. У нас задание, ребята. Так что надо как-то это воплощать все в реал. Это что там впереди за тарантайка едет?
практически на одном корпусе, без кабины, без всего. Молодец, додумался. Ладно, нас это не колышет, мы едем на базу. Ага. Суп Стив тут выехал. О-о-о-о, они нас в кольцо хотят взять. А точнее, ребята, они шикарно газуют на нашу базу. Куда ты? Куда? Иди сюда. Блин, нет, ребята, это фигня какая-то. Базука спереди как-то не котируется. Да что ты делаешь-то, блин, а? Нафиг ты меня толкнул? Только на прицеле был, чувак. Совсем обезбашенный какой-то, а? Черт подери, где? Вот он меня почему-то видит, стреляет, я по нему не могу. Замечательно меня здесь расколбасили. Ну что же, Алекс Мэтт, давай не подведи. Стоит, строчит рядышком, нормально получилось. Давай, Вольф, давай, не подведи меня. Замочи этого яйцука один. Ну куда ж ты? Ах ты, черт, ты уже горишь. Ёлки-палки, тебя разбили. Мистер Кросси. Ух, да ты тоже, я смотрю, покоцанный. Без колес, что ли? Вообще на одном передке есть. Ничего. А, нет, нет, показалось, ребята. Просто у него отбили колесо. Но, тем не менее, победа за нами. И это хорошо. Я получаю сколько очков-то? Ух ты, 330 очков репутации. И вообще очков 66 получил. Ладно. Продолжаем, ребята, продолжаем кромсать. Буквально 5 секунд осталось. Да, не нравится мне, конечно, что у меня эта пушка спереди здоровая. Блин, наверное, лучше надо было пулеметики поставить. Но зато урон от нее очень большой, если она попадет. Песчаная долина где-то в пустыне. Поехали. Интересно, я вот думаю, а нет, скорее всего, не наносим мы своим урон, если мы с ними сталкиваемся или в них стреляем. Поеду я сюда, на базу, на ихнюю. Самый умный воин-одиночка. О, нет, смотрите-ка, мои... Вот они. Давай, Мэдисон, на этого. Да что, отлично, подбили. Одни детали разлетелись. Тихо. Да елки, пока развернется, пока этот... Давай, строчи из пулемета. Пулемет имеет свойство перегреваться, поэтому строчить бесконечно я не могу. Опять этот зеленый меня подрезает. Да задолбал уже, а. Зеленоглазое такси, иди отсюда. Че ты лезешь, блин, придурок. Причем этот яйцука недавно был за красных. Я его помню. Ладно, продолжаем наш путь. Давай. Не тупи. Филд какой-то, Винсен Филд. На-ка. Неплохо я его сейчас... Смотри-ка, он тоже с какой-то фигней. Но походу это не он стрелял. А нет, он, смотрите, у него ракетница. Ё-моё. У него сзади стоит ракетница. Так, ребята, нашу базу по ходу дела захватывают. Вот это говорит о том... Все. Я не могу даже ехать, ребята. Нет, как-то я еще ковыряю. Есть! Того вальнули. У меня что, получается всего лишь два колеса? Действительно, ребята, только два задних колеса у меня осталось. Я офигею, блин. Знаешь, у меня такое ощущение, что машина просто... Ребята, добейте меня, добейте! Я не хочу так мучиться. Но, как видите, никто на это внимания не обращает. Тогда я поехал в бой. Хромой калека идет в бой. Дай хоть кого-нибудь шибану, как говорится, на дорожку. Давай вот этого Баука ЗС строчим потихоньку. Ой, даже в горку не могу подняться. Ёлки ты палки. Сейчас меня здесь, ребята, и разберут, скорее всего. Да иди сюда, хорошим за кустами, за камнями прятаться. Кто кого? Черт подери, Рагнарока завалили. На! Это, как говорится, на дорожку, блин. Че, его забомбил, что ли? Действительно, ребята. Как говорится, даже на смертном одре я пригодился в этом бою. Отлично. Ну, у меня сейчас любой кто-нибудь сейчас появится, может буквально размозжить на месте. Так что надо отсюда сваливать. Куда? На свою базу быстрее, быстрее дотянуть бы на нее.
А, нет, нет, сзади меня кто-то уже приметил. У, вдвоем они здесь. И я был последний выживший из магикан, который погиб. И получаю довольно прилично очков репутации. Хорошо. Общих очков 266. И мы приступаем с вами к следующей битве. Да, конечно, хотелось бы побольше запчастей, как-то усовершенствовать мою машину, чтобы, соответственно, валить элементарно своих врагов. Поехали. Что у нас тут за миссия будет? Мост, русло и сохшие реки. Опять же у нас захватить базу противника. Так, отличненько, поехали. Итан, Никита. Оу, а вот это что сейчас было, я не понял. Какого фикуса он сам себя взорвал-то? Пилот, ну ты да, ну ты даешь, конечно. Чудило. Других слов нету. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Я не хочу так же, как и он, перевернуться, а потом лежать и погибать. Давайте вот так мы сделаем, аккуратненько. Тут тем более уже вражины. А он, смотрите-ка, встал как-то, умудрился. Малорик. Мост. Вся заварушка, я думаю, будет на этом мосту. Вау, куда я выехал? На-ка, выкуси, гаденыш. На, получи еще, блин, мимо. Ну, поддержка огнем все-таки засчиталась от меня. Давай, 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 давай. Еще разочек, ну, да что такое? Пока она прицелится, это пушка моя. Ё-моё, я... Все. Только... Один вал и остался, блин. Ёлки ты палки. А почему это интересно? Я за врагов могу смотреть. Мне не нужны они, мне нужны мои. Так, мистер Кросси, я тебя помню. Давай, бомбите их. Ребята, сколько у нас там по счету? Так, у нас двое погибших. У них тоже двое. Хорошо. Смотри-ка, да, мистер Кросси. Выбрал... А, нет, я думал, у него тактика такая будет. Выезжать, обстреливать и опять прятаться. Неплохо, довольно неплохо он действует. Давай, 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 давай. Ах, вот оно что, у него сзади базука стоит. Смотрите, ребята. Он делает хитрый ход, смотрите. Оп, разворачивается, прицеливается и стреляет. Довольно хитро ты делаешь, браток. Довольно хитро. Мне нравится твоя тактика. Надо будет, кстати, на ус намотать. Ну-ка. Видите, когда он едет спереди, он расстреливает из пулемета. Когда разворачивается сзади, он бомбит из своей зенитки этой. И тем не менее, ребята, у них всего осталось двое, а у нас... Фу, а у нас пятеро. Так что преимущество за нами. Единственное, сейчас надо захватить базу. И я думаю, мистер Кросси это сделает. Давай, браток. Не подкачай. Да, меня-то, конечно, как-то очень быстро расколбасили. Видно, очень мало брони. Надо что-то наклепать на свою тачку. Так опять же, из чего клепать, если ничего нету? Победа за нами, отлично. И мы переходим к следующему бою. Репутация у меня растет. Мне нужна пятая репутация, ребята, чтобы я смог уже более-менее укомплектовать свою машину. Следующего боя ждем. В гараж я пока отправляться не собираюсь. Награда у нас здесь будет колесо и запчасти. Ровно 16 штучек. Так, захватите опять же базу противника, ТЭЦ. Ну, здесь мы уже были. Это где у нас железная дорога, составы и какой-то завод. Да какого лешего вы творите, я не понимаю. Кто-то взял, взорвался, еще даже не приступив к игре. Бред какой-то, а. Смотрите, опять мистер Кросси впереди меня. Да, машину, конечно, заносит очень жестко. Но я думаю, это нам не помешает победить в этом бою. Давай, 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 давай. Давай, Рейчик, давай, жми, газуй. Тихо. Ну вот ты, вот какого ты хрена делаешь? Вот ты мне скажи, а? Придурок, блин. Выпендриваешься, что ли? Так ты не передо мной должен выделываться-то, а перед врагами, блин. Идиот. Так. На-ка. Давай, давай, быстрее. Да как ты долго... О-о-о-о-о, Никита. По-моему, я промазал, да? И опять уже без колеса. Погиб этот Никита. Ёлки-палки, меня вообще... С меня сначала сбили всю броню, а потом и доделали.
Ничего себе, смотрите, какая-то фигня летит у чувака. У Тейвора. Дополнительное вооружение рядом с ним летит, как этот, как геликоптер, или как, я уже не помню, называются такие. Маленькие летающие вертолетики. Так, 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 тихо, тихо, тихонько, прячься, браток. Я ж переживаю, как за самого себя, блин. Кол 37. Юлиш, молодец. Давай, 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 немного я чувствую, ему осталось, он уже горит там. Ну, ядрить его на корень. Блин, сейчас вы такими темпами здесь оба и погибнете, ё-моё. АК-47, Димаст. Минус. Юнгслейв тут остался, и вот сейчас... Тихо, тихо, Кол, держись, давай, добивай этого. Я вижу, что ты горишь, тебе немножко... Отлично, великолепно, спасибо вам, ребята, за победу. Сыграли неплохо, довольно так жестко было все, но вы выстояли. Так, давайте посмотрим, что у нас творится в гараже. Вот она моя машинка. Давайте, наверное, нажмем на рынок, посмотрим, что здесь вообще есть. Медь, зубодробитель. Ага, это все стоит денег. А денег у меня почему-то нет вообще, по нолям. Значит, я ничего не смогу купить. А как, интересно, зарабатывать здесь деньги? Ха? Непонятно. Ну что же, надо как-то, наверное, улучшать мне машину, ребята. Не нравится мне совсем вот это вот днище, если честно. Аккорд. Ага, шершень. Обрез. Дробовик? Ну-ка, давайте-ка я попробую его. Да, я, по ходу дела, не могу его никуда влепить. Места элементарно даже нету, куда его поставить. И к тому же исчерпан лимит у меня. О, погоди, погоди, я так не договаривался. Зачем кабину-то сносить? Ёлки-палки, еще путаюсь все. Так, это мы сняли, сняли. Теперь где у меня кабина-то? Надо ее на место ставить, это не дело. Отлично, кабину установил. Ну, а теперь где мое оружие? Обрез. Давайте его поставим, наверное, сюда. Я не знаю, будет от него толк какой-то или нет. Дробовика у меня еще не было. И еще одну могу поставить? Могу, значит, у меня дробовик и пулемет. Еще даже можно один, да? Ну-ка. Черт, не подходит, нету. Почему мне и нужен пятый уровень, ребята? Чтобы дополнительную... Вооружение дополнительное я смог поставить на свою машину. Ну, что-то придется, наверное, снимать или так оставить. Давайте снимем таран, так скажем, наш. Не знаю, боковые, может быть, вот эти снять еще. Хватает, нет? Ага, хватает, ребята, все, у меня 3 пулемета, один из них дробовик и 2 обычных шершня. Где же тут, блин, понять, что у меня есть еще возможность поставить на себя что-то? По идее, это как в игре Cats, да? Но только в Cats все намного просто, а здесь надо... Так, а колеса что? Колеса у меня есть. И дополнительные, я так понимаю, поставить у меня не получится. Потому что, опять же, лимит в деталях. Малое колесо. 40 очков мощей. Хм... Есть ли смысл его на это менять? Оно же вроде такое же, да? Ладно, хорошо. Что-то там в чате пищат, пищат. Окно фургона. Это краски. Это вообще все, что есть. Домкрат. Домкрат я тоже, наверное, никуда не смогу поставить. Ну-ка посмотрим. Тихо. Да, не могу. Да что ж такое-то, а? Чувствую себя каким-то ущербным, блин. Ничего не могу поставить. Значит, вариант только один. Раскачиваться и зарабатывать себе новый уровень. Настройка оружия. Ну, в принципе, все, пускай так и остается. Они все будут на одну кнопку мне действовать. Блин, железный кокоть. Обалденная штука, да? Смотрится так шикарно. Ха-ха. Да. Тест-драйв. Можно даже на нем сделать тест-драйв, ребята, оказывается. Вы видели? А это у нас идет реальный, по ходу дела, донат, что ли?
Да, 2000 рублей, 500 рублей, 4000 рублей стоит вот этот танк, ребята. Уникальный гусеничный бронемобиль. Называется «Бессмертный воин». Да, хотелось бы на таком покататься. Ну что же, поехали тогда, ребята, в бой. Может быть, на рейды, защита моста или крепость даже. Давайте попробуем. На рейдах я еще вроде не был. Медь, мягкий металл, применяется в создании дерьма. И купоны. А купоны для чего? Ага, я их смогу обменять потом на что-нибудь полезное. Ясно. Ну давайте рискнем своим здоровьем. Защитите объекты от рейдеров. Да, мы что-то должны... Ага, понял. Вот эти вот штуки мы должны защитить. А рейдеры, я так понимаю, это... Надеюсь, по крайней мере, что это боты, а не реальные игроки. Что, тут у нас какой-то... Какая-то якобы нефтяная вышка. Ну, в общем, бочка с горючкой, видимо. Мы должны ее защитить. Хорошо, давайте приступим. Пока тихо все. Братаго впереди меня стоит. Ага, вот они. Поехали. Тихо, тихо, куда разогнался-то? Тихо будь. Черт, это же мой, ё-моё. Вот этот уже горит. Сдохни ты, вот так вот. Best Blood. Получил я какую-то анчивку. В принципе, замечательно. 81% жизни осталось у нашей этой вышки. Хорошо, будем ждать. Смотрите, никто никуда не разъезжается. Значит, наша цель стоять тут и защищать. Новая волна врагов через 40 секунд. Какие 40 секунд? Уже едут, блин. Воу-воу-воу, тихо-тихо. Вот этого чувачка я помню. Это ж типа у нас босса какого-то. Смотри, что делает. Сразу же нападает на эту, на вышку. Да ну сдохни ты. Блин, как-то больно мощнявый. Отлично. Ассистента я получил. Еще очередная анчипка. А, защита успешна, нам надо ехать к следующему объекту. Поехали. И сколько нам таких объектов нужно защитить? А, понял все. Вышек защищено, так, одна из трех. Значит, это у нас вторая будет. Хорошо, будем стоять здесь. А где четвертый? Я не вижу четвертого. О, тихо. Едет уже, блин, и сразу же с боссом. Козлина, блин, да получи ты там уже, а. Все, нет его. Давай-ка вот этого рассусоливаем. Готовченко. Следующий тут у нас появился. Слушайте, ну, с тремя пулеметами довольно неплохо я себя чувствую. Конечно, пулеметики, естественно, слабенькие. Но я смотрю, здесь все почему-то с пулеметами ездят. Да-да, именно все. Может быть, они, конечно, у них там какие-нибудь улучшенные. Кстати, интересно, а можно здесь вообще улучшать их? И практически все на одинаковых машинах. У этого еще спереди два ножа каких-то. Видимо, чтобы таранить. А, у этого четыре даже. Тихо, тихо, куда ты там? Из-под тишка там напоминает мне ЗИЛ. Перед ком что-то. Так, давай, давай, давай его. Подрезай его хорошенечко там. Вот, чтобы он не встал, а я его тут буду кромсать. Нормуль вышла. Давай, 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 иди сюда. У него всего один пулемет, салага. Сдохни сейчас. Ну, отлично. Слушай, я что-то не пойму. У нас здесь вышка. И, по-моему, еще... Нет, показалось мне. Показалось мне. Иди сюда, куда там далеко собрался-то? Браток. Ну вот какого хрена ты меня таранишь, придурок ты? Ё, просто, а? Да, он, блядь, какой-то. Я не знаю, как еще-то назвать, блядь. Все, защита успешна. И у нас следующий объект. Я офигею, тут свои же, блин, подлянки делают. Ты какого хрена тут вылез-то, а? Давай, 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 давай его разбивай. Ну, отлично. Еще один тут стоит. Куда там собрался? Сматывается он от нас. Это мой, блин. Отлично, забомбил. Так, 87 хп у вышки. Все как эти, как ястребы просто, блин, летят, блин. Только лишь бы добить, только лишь бы добить, да? Далеко не уедет. Отлично.
И тут еще двое. Появился босс. Где босс, ребята? Как он выглядит? Так, это не босс, это однозначно. Ага, вон там видел я. Это босс. Таких боссов мы уже видели. Отличненько, разбомбили. Давайте этого гада крушить. Ты смотри, блин, они больше стреляют не по нам, а по вышке. Все, что ли? Осталось врагов два. Где они, эти два врага? Что-то не появляются. Вот он, гад, блин. Думал, не заметим. Да, как бы не так. Да что такое-то? Ну, ребят, добейте там его. Я здесь постою. Че, куда они там? Ага, какой-то охотник. Все, нету больше охотника. И остался один враг. Где он, блин? А, он сзади уже появился. Все. Защита успешна. Ну что ж, довольно так, я считаю, что легко и просто. Получал-то тут наклеек, елки-палки. 693 очка. Отлично. Медь и купоны. Высокоточных деталей. Хм. И три купончика у меня. И эти купоны, наверное, можно где-то на что-то обменять, по идее. Давайте, может, посмотрим, куда тут чего. Выставка, склад, рынок. И тут редкость у нас. Я так понимаю, пушек, стволов. Даже медь стоит 7.15. Медь 170, 2.99. Немного не понимаю я ремонт-комплект, который, я так понимаю, во время боя можно починиться. Докер, кабина. Кастет. Ё-моё, уравнитель тут, миниган. Хера цена, блин, 919 тысяч, обалдеть. Горбун, спектр, блин, короче, тут оружие до кучи, до жопы, хоть... Я не знаю, себе тут самолет делай. Уравнители всякие. Блин, а мне вот обычненькие. Ага, обычненькие, конечно. Синие. Точнее, фиолы. Да подожди, а какого хрена ты сюда переключился? Как мне обычный взять? Как мне сделать, чтобы все было как обычно? Начиная все с белых, а не с этих, извини меня, фиолетовых, которые стоят просто за поднебесные какие-то цифры тут выдают. Ладно. Так, это все выставка. Что за выставка? Лорд. Лорд, смотрите, прикольно сделано. Робот такой сидит на каком-то кресле. Vortex. Military Track. Блин, прикольные довольно тачки делают. Воу, практически как самолет здесь. А это тут бронетанк. Да, жесткач. За все время. Оу, ничего себе там, смотрите, блин, на гусеницах. Ё-моё, нифига. Нифига себе, бета-тест называется, да, ребята? Тут уже давным-давно вовсю все процветает. Контейнер. Давайте откроем, почему-то он у меня лежит неоткрытый. Ох, ничего себе, тут можно было бы выиграть. Ну, хорош крутиться, давай, что-нибудь хорошее. Что это? Радиатор орудийный. Увеличивает предел нагрева орудия. Да, конечно. Вот только это мне и нужно было, блин. То бишь, это у меня будет оружие стрелять намного дольше, пока не перегреется. Радиатор, естественно, соответствует ускоренному охлаждению. Ну, я как бы считаю, для меня это не ах, что есть. Ладно, тут у нас фракции. Производство. Нужен уровень 7. Ага, чтобы начать производство. А здесь 6. И я смогу взять себе рабочую лошадку. Рабочую лошадку, блин. Тут 15, 10, 20. Ух ты, это что такое? Миноукладчик. Здоровски просто. Прикольно довольно-таки.
Это новая кабина, да? Ну да. Ну видите, не хватает, ребята, уровня, чтобы можно было бы его скрафтить. А так бы, да, неплохо было бы. Хотя хрен его знает, чем эта кабина лучше, чем у меня. Ё-моё, купонов-то сколько надо для контейнера? Обалдеть, блин. Тут вообще 2000. Это ж сколько нужно сделать боёв, ребята, чтобы зарабатывать себе 2000 купонов, если за один бой дают 3 всего. Хотя, может быть, там дальше открывается, где дают и по 10, и по 100. Хрен его знает. Пока мы этого не сможем. Я, точнее, не смогу вам ничего говорить, потому что это все надо будет проверять. Так, малышки, очаги всякие, рапиры. Ё-моё, дробовик. Чертежи деталей, 19. Охренеть. Рабочая лошадка. Стажер. Блин, колеса такие прикольные, да? Маршрут. Ух ты, горняк. А я вот ездил на обычной гадюшке. Даже, можно сказать, на машинке новичка, блин. Ладно, это все пока мне не нужно. Что же, поехали, наверное, посмотрим теперь. Защиту моста. Дадут мне добро, нет? Да, дали, меня пропустили. Сложность легко, соперник механики. Хорошо, давайте глянем, что это у нас за соперники. Гоха Шторм. Дайбей Дуде. И Рипл Шот. Ох, ничего себе выехал, смотрите. Блин, нормальная такая тащила. Херан там себе наустанавливал это пулеметов, блин. Плюс у него 6 колес. Чем-то напоминает мне КамАЗ. Ладно, хватит тут рассусоливать. Наша задача защищать. И мы будем этим заниматься. Вот и первый враг. Давай, 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 давай. Иди сюда, я как раз тебя жду. О, ты уже горишь. Нормуль. Фирсблуд. Получили мы. Первая кровь. Так, что там у нас, блин? Куда он там уехал? Уехал. Там тебя и похоронят сейчас за камнями, придурок. Механик. Отлично, разбомбили. Смотри, какая, да? Ах, машинка. Нифига, у него 8 колес. Обалдеть, блин. Я думаю, что и мощей, естественно, немало. Так. Куда ты там юлишь-то? Кренделя там выплясывает. Его даже просто не подпускают, блин, к этой фигне. Давай, 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 давай. О, упал там куда-то. Добью его, добью, ребята, не трогайте. И этого тоже добьем. Все как псы на одного, лишь бы разорвать и уничтожить. Так, все, да, по ходу дела, с этой башней у нас дела решены. Следующая, она тут рядышком стоит. Так, что-то мне такое предчувствие, что они вот через этот мост поедут. Хотя я могу и ошибаться. Опять выделывается, а? Да успокойся ты, блин. Встань и... Оу, вот они откуда. Да давай, вот бомби его, блин, гада этого. Черт подери, мощный какой-то подгнидыш. Куда ты там сматываешься? Сейчас я его, ребят, добью. Вот так вот. Типа это я добил. Со своими пуколками. Ну что же, 92 хп. Тихо, тихо, родной. Блин, причем сразу расколбашивают. Куда ты там хочешь улизнуть? Возле забора и похоронили. Блин, было бы здесь прикольно, если бы вот прямо здесь, на поле боя, разносишь какую-нибудь тачку, да? И сразу же с нее можно подбирать было бы запчасти, там, кардан или еще что-нибудь. А потом уже, естественно, устанавливать все это в мастерскую на свою машину. Куда я? О, тихо, тихо, надо вернуться. Смотри, какой из-под тяжка лезет. Но не тут-то было. У него всего одна пушка спереди. Все, готов. Так, отличненько. У нас баржи какие-то старые стоят. Полуразрушенные, уже сгнившие, ржавые. Так, 66%, ребята, у нашей вышки. Этого очень мало. Если еще раз такой враженый сейчас на нас
нападет, то мы проиграем. Кстати, ребята, я с одним колесом, точнее, без одного колеса. Мне здесь надо как-то продержаться. А, все, у нас уже следующая цель. Елки-палки, пора к ней ехать. Да, из меня тут, конечно, помощник сейчас будет еще тот. Хромоногий, блин. Тихо, тихо, что ты делаешь, блин? Вот это была большая, ребята, ошибка. Все. Приплыли. Гоша, помоги. Неужели поможет, а? Блин, ребят, смотрите, а. Не такой плохой пацан, оказывается. Выручил меня. Спасибо тебе. Ё-моё, базу нашу разбер... Да ядрите его на корень. 63%, 62%. Блин, они по ней бомбят там. Причем довольно жестко. Вау, внимание, появился босс, блин. Блин, я, наверное, не доживу до этого босса. Вот он выехал. Сейчас меня тут, наверное, и разбомбят. Черт тебя подери. Хорош тут все. Вот там вот валяйся. Елочка, тебе как раз там самое место. Выехал, да? Это он, наверное. Черт подери, ребята, блин, 36-34%. Они валят, валят вышку, блин. Че расслабились-то так? Я не понимаю, блин. Ладно, я тут калека, блин. Без одного колеса. Ну вы-то вроде бы все целые. Сколько, сколько там у нее? 22, 21. Где-то еще строчит какой-то хмырь. Да где же он, а? 15, блин. Ну сдохни ты уже. Так, пробиваю, пробиваю через забор. И это последний враг, ребята. Ёпрсте, охотник появился. Дайте-ка я выйду. Посмотрю на него. Где он там стоит. Отлично. Ёлки-палки, вырвали буквально победу. Да, довольно интересно у нас здесь получился с вами бой. Чуть-чуть не профукали. Но хорошо, что все обошлось. Да, наполучал я тут, смотрите, всяких наклеек. Не знаю, куда их клеить, где их клеить. Но это не суть. Ладно, ребята, буду я на этом завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока, удачи и до новых встреч.